утра. Привет всем. Сегодня солнце. Чудесное настроение в кавычках. Мы направляемся снова на встречу приключениям. И не знаем, чем это закончится. Но главное, что мы направляемся на встречу. Вот. Так, привет, привет. Сколько у нас, интересно, в России? Сейчас время, сейчас надо посчитать. Так, 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 если у нас 11, так, 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 в России вечер. Привет, привет. Ну вот, что рассказывать, сейчас покажу вам. Был снег. Видите, две тени Гамлета идут. Вот, вот, вот кучки снега. Но уже растаяло все. Вчера был и снег, и дождь. Ну вот, солнышко зато. Чем мне нравится Нью-Йорк, что... Солнце постоянно, практически. Вчера был единственный серый день, а так всегда солнце. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушайте, я опять вышла в прямой эфир, мне опять про волосы пишут. Я уже больше не могу. Я уже больше не могу читать это. Рассказать, чем ты подстриглась. Себе короткий волос не идет. Мне короткий волос не идет. Не, ну с длинными правда лучше, но и так тоже хорошо. Но они прям утверждают, что он мне не идет. Но с длинными... Нам, ну, помочь... Поверните налево. Да, нам надо на мост, на вот это, да. Привет, 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 ребят. Вот, видите, какие площадки у нас. Парковки, вернее. Это вообще, подожди, это же, это же баскетбольная площадка. А что у нее? А это там парковка. А, все, там школа. Такие светофоры. Вот такие школьные басы. Вот такие вот пешеходы. Крис, подожди, не ходи. Сейчас мы поднимаемся по такому мосту, чтобы перейти на другую сторону. Видите, дорога. Надо не перейти. Вот такой мост. Вот так. В общем, вот так вот, ребят. Мне нравится моя стрижка. Не хочу никого слушать. Иду на встречу приключения. Вот. Чуть попозже буду с вами на связь, потому что рука уже замерзла. Вот. Направляюсь по делам. Вот, показала вам сегодняшний Нью-Йорк. Солнечный. Вчера было очень холодно. Магадан, привет. Вот. Привет, Бельгия. Привет, привет. Вот. Вчера было очень слякотно, холодно. Сегодня наконец-таки можно выйти из дома, потому что солнце. Обычно здесь, когда в Нью-Йорке погода снежная и слякотная, люди все по домам. Практически никто не выходит. И даже некоторые не идут на работу. Ой, да. Вот. И люди... Поверните направо. На работу не выходят, когда плохая погода, ураган. В общем, всем хорошего настроения. Рязка на связи. Пока-пока. Так.